Во знаменование 50-летия образования СССР учрежден юбилейный почетный знак. Им награждены 3038 трудовых коллективов нашей страны. Среди награжденных завод «Красный пролетарий». Член Президиума Верховного Совета СССР Микоян вручил коллективу старейшего московского предприятия высокую награду. Соревнуясь за достойную встречу полувекового юбилея страны, краснопролетарцы на год раньше срока выполнили повышенные социалистические обязательства. Сделанные здесь станки особой точности известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.